story. Он сказал, в маленький village там был как король там. У короля была дочка. Уже время дочка муж найти. Замуж. Мой русский такой хороший. Нет. Только по-русски. Зачем английский? Уже время муж найти. Замуж выйти. Старается сказать, все, не мешаем. Что король думает, как я найду муж? Я могу позвонить в другой это район, другой спринт принести. Нет, давайте, чтобы делать competition, чтобы все могут прийти. И он думал, какой competition будет? Да, он всем в мире сказал, будет competition, но я сейчас не знаю, что будет. Все да, занимайся, тренинг сделай и приди один год от сегодня. Так один Яков подумал, я простой фермер. Я простой фермер. Колхозник. Давай я чуть-чуть тренинг сделаю и посмотрим. Попытаю свое счастье. Год прошло, everybody's training, он пришел. И он сам думал, смотри, все эти люди, он такой сильный, он такой умный, он такой. Да, я не выиграю, но я буду попробовать. So, король вышел, сказал, хай. Мы построили очень большой стеркейс. Лестница. No, stairs. Yeah, лестница? Ступеньки. Это 100 тысяч ступеньки. И кто может сам вверх пойти, выиграет. Кто первый пойдет? Хай, он думает, это очень большие ступеньки. Хай, я попробую, но я сам вверх не пойду. Хай, все пошли. Тысячи, две тысячи, пять тысячи, двадцать тысячи. И он смотрит, уже половина, они give up. И он еще там. Окей, хай, я половина give up. Я не выиграю, но я еще пойду. Идет, 50 тысяч, 60 тысяч. Там три люди остались, и он говорит, хай, три люди остались. Я не выиграю, но я еще пойду. Пошел, уже 80,000 steps. Смотри, никто там нету, он там остался. Один. He's like, я не выиграю, потому что надо сам вверх пойти, ну, я еще пойду. Он пошел. 80,100, 80,200, 80,300, he sees elevator over there. Он думал, откуда это elevator? Кто здесь поставил? Наш инженер вот поставил elevator. Пошел, elevator сам вверх пошел. Короче, сказал, хай, вы выиграли, вы можете мою дочку взять. Рабай сказал, что Пиркей Аву говорит, я не знаю in Hebrew what it is, но Бог говорит, если ты мне чуть-чуть даст, the size of a pinhole, how do you say that in Russian? The size of a pinhole. Дырка иголочки. Вы попробуйте, очень мало, как дырка иголочка, я растяну, что вы как весь banquet hall. How do you say banquet hall? Ты правильно сказал. Правильно сказал? Весь мир проведу через это. И он сказал, не надо много делать. Если вы постарайтесь чуть-чуть, попробуйте чуть-чуть, Бог вам все будет помогать. Попробуй чуть-чуть. А давай, Барбара. Я уже закончил. Ну все, закончил.